Смертельное ДТП в Магнитогорске. Происшествие зафиксировано в 8 часу утра по улице Грязнова в районе дома номер 51. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. По данным ГИБДД, за рулем автомобиля Hyundai Accent находился мужчина 1966 года рождения. Двигаясь по Грязнова со стороны Карла Маркса в сторону Ленина, он выехал за пределы проезжей части, пересек трамвайные пути, встречку, тротуар и врезался в дерево. Машина загорелась. Что стало причиной произошедшего, еще предстоит выяснить. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Hyundai Accent, мужчина 1966 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства происшествия.